Сезон замечательный, да. Очень много снега. Так, проехал, да, кажется? Молодец. Держать равновесие, собраться силами и не бояться падения. Нижегородские лыжники и сноубордисты решили эффектно закрыть самый длинный за последние несколько лет зимний горнолыжный сезон. Лужа-пати – спортивно-развлекательное и шутливое мероприятие, главная цель которого – пройти полосу препятствий на склоне и остаться сухим. В таком состязании каждый спортсмен поставил свой рекорд. 5-3. Три раза нормально выехал, два раза искупался. Весело, да. Это весело, мокро. Ну, неплохо, неплохо. Я считаю, новинки молодцы, потому что такую акцию замутили. И им надо продолжать, и пускай будет это и в других горнолыжных курортах. Мероприятие «Лужа-пати» проходит на главном горнолыжном курорте области уже не первый год. Для заядлых райдеров и прорайдеров «Лужа-пати» – особенное и долгожданное событие. Мы вообще ждем, бывает, целый год этого мероприятия. Это закрытие сезона горнолыжного. Уже весна, все начинает таять, и последние дни, вот яркие, их нужно улавливать. Тем более новинки делают такой вот большой праздник с лужей. Такое интересное препятствие, каждый может себя испытать. Испытать себя, получить новые эмоции и поучаствовать в самом мокром мероприятии Нижнего Новгорода мог каждый желающий. Однако были и те, кто им просто наслаждался. Отличное закрытие сезона, прекрасная лужа, поплавали, покатались, все было очень интересно. Как зритель могу сказать, действительно было все интересно, наблюдать было классно. Музыка, классный ведущий, классная лужа, море брызг. Поэтому прям по кайфу. По словам участников, проигравших в таких соревнованиях не бывает. Каждому достается своя порция аплодисментов и целое море удовольствия и восторга от праздника. Следили за нижегородскими спортсменами София Иванова, Ренат Бегбаев. Время новостей.